Сегодня в Новочебоксарске стартовали всероссийские соревнования по современному пятиборью. Участники турнира – сильнейшие спортсмены-юниоры региональных команд. Подробности у Дмитрия Ковалева. Здесь важно совладать с постоянно нарастающим темпом. Преодолев 800-метровую дистанцию, спортсмены устремляются на огневой рубеж. 5 попаданий по цели – заявка на победу. Лидером этого забега стала Александра Степанова из Краснодара. Чтобы прийти к финишу первой, приходится выкладываться на все 100. Войти в шестерку лучших. Тренер сказал, что на следующий год нужно уже на мир. Была игра свеч. Конечно. Ну, потому что если бы не выступила, уже этот год бы остался позади. А этого я не хочу. В программе турнира стрельба, забег, фехтование и плавание. Сегодня стали известны имена первых полуфиналистов. Для большинства спортсменов цена победы – путевка на международные чемпионаты. Мы хотим показать достойный результат для нашей сборной команды. Будем готовиться. Это у нас отборочное соревнование. В 2020 году будет спартакиада учащихся. И мы готовим нашу сборную команду к участию в этих соревнованиях. Все соперники достойные, и каждый должен показать высокий, хороший результат. Побороться за призовые места в республику приехали более 200 спортсменов из 15 субъектов. Михаил Игнатьев отметил, что не случайно именно Чувашия принимает всероссийские старты по современному пятиборью. Эти соревнования по пятиборью мы проводим всероссийского уровня впервые, тоже в роскошном легкоатлетическом манеже, который мы построили к международному спортивному форуму «Россия – спортивная держава». И, в принципе, для вас, дорогие спортсмены, созданы наиболее благоприятные условия. Республика Чувашия является спортивным регионом. Практически и млад, и стар занимаются физической культурой и спортом, чтобы продлить свое долголетие. Хочется пожелать всем спортсменам ярких впечатлений, ярких побед. Федерация современного пятиборья в республике была создана только 2 года назад, но желающих записаться в секции уже сотни. Потенциал у этого вида спорта в Чувашии большой, отметил глава региона. Резерва достаточно, потому что занимающихся еще меньше. Нам надо взращивать этих спортсменов. Тут же нужна и характер, и сила воли, и энергия для того, чтобы в этой конкурентной среде стать победителем. Соревнования продлятся до конца недели. В финале между спортсменами разыграют 16 комплектов наград. Дмитрий Ковалев, Бахтияр Велиев, Республика.